Neues Lager. 7 апреля 2020 года. Мы у крейсера общежития. Ну, крейсер это в кавычках. Мы зайдем в это здание. Пройдем все этажи, все помещения посмотрим. Вот здесь водоем противопожарного назначения. Это здание штаба ракетной бригады. Восковая часть 60606. Времени 3 часа. Наверное, 3. Да, ровно 3. Вот. Ну, почти что угадал. Ну и пойдем. Мы вчера были здесь, но не заходили в помещение. Зайдем. Посмотрим, что у нас получится. Наверное, будем делать на каждый этаж один видеоролик. Иначе мы запутаемся. Я предполагаю, зайдем в этот подъезд, выйдем в другой. Вон в тот. Там он, в том углу. Это первый подъезд от штаба. Так я и буду обозначать. Первый подъезд от здания штаба. Зашли. В эту сторону вход в подвал. Думаю, что мы в подвал сегодня спустимся. Во всяком случае, попробуем это сделать. Ну, уже после того, как сделаем видео по этажам. Вот какая тут дверь была. Она и сейчас дверь есть. Закрывашка, открывашка. Вон какая пружина мощная. Тут была или филенка, или же окошечко такое было. Вот мы идем. Первый подъезд, первый этаж от здания штаба. Это направо. Здесь мы зашли и будем потом подниматься или же опускаться. Вот здесь можно заглянуть, что в подвале делается. Зацепиться не за что глазу. Видимо, умывальники, туалеты. Из окна уже видно здание штаба войсковой части. Автомобилистов. Это вот серое здание. Это такие кронштейны тут. Закрывашки, открывашки. Это крайнее помещение. Тут где санузлы. Или санузел. Вот по коридору, весь коридор, мы пройдем по первому этажу и поднимемся. Уже будет второй видеоролик на второй этаж. Все не одинаковые эти помещения в своей заброшенности. Какие-то комнаты
какие-то квартиры или номера на два, на две комнаты, какие-то на одну. Вот мы там зашли. Говорить, какие по счету отхода, я уже не смогу. Обязательно запутаюсь. Сами ориентируйтесь, уважаемые участники группы. Кто в каких комнатах проживал? Вот здесь не комната. Это все первый этаж. Можно и не подниматься на следующие этажи, все они одинаковые. Но мы будем, поднимемся. Эти листья, это через окна. Надуло. Все-таки много лет пустует здание. Судьба его дальнейшая мне неизвестна. Вот здесь мы выйдем. После съемок первого этажа. Также здесь в углу санузлы, умывальники, туалеты, судя по кафелю. Это я из-за останавливаюсь из-за того, чтобы резкость тут как-то не пропала, если она уже совсем не отсутствует. Посмотрели мы весь этаж. Смело можем завершать наше видео. Что мы сделаем? Выйдем сейчас. Начнем еще одно. Вот это мы посмотрели. Первый этаж. Выходим. Здесь плитка, как в казармах я встречал. Такая рифленая, белая, серая. Очень неплохо сохранились перила. Здесь также можно спуститься в подвал. Вот он. Но нам пока не надо. Почему не надо? Надо, мы пойдем в подвал. Да. Раз первый этаж, то потом нам уже голову не забивать, как мы пойдем. Вот это подвал. Налево первая комната. Здесь мы спустились. Это со стороны уже со второго подъезда от здания штаба. Здесь можно выйти. Мы заглядывали вчера. Но пока мы тут не выходим. Мы пройдем в ту сторону. Некоторые помещения довольно светлые, там, где есть
окна, где не заложены. А где заложены окна, темно. Что уж тут было, конечно, мне неизвестно. Кладовки, наверное. Мы идем оттуда. Краска. Вот здесь в углу. Текст, краска. Не курить. Но мы и не курим. Где заглядывали? Вот и подвал посмотрели мы. Пустой, сухой. Вот здесь можно выйти на первый этаж. Ящик, металлический шкаф. Ящиком обозвал. Доска шахматная. Мы были здесь. Я вспоминаю, что мы здесь были давно. Эти вот атрибуты, эти экспонаты я уже встречал. Доска образы. Да, из фанерки это сделано. Руки заняты, поэтому это ногой трогают. Это сейф, скорее всего, такой не очень мощный. И вот здесь можем выйти туда, где мы начинали наше видео. Что мы сделаем? Мы зашли сюда, прошли первый этаж, спустились в подвал и вышли через подвал. Первый этаж. Я кое-как вышел. Вот мой фонарь. Вышли. Завершаем. Фонарь выключим. Мы посмотрели первый этаж крейсера, то есть здание общежития. Вот оно. Завершаем наше видео, начнем второе.